Всем приветики, приветики. Хочу вам рассказать кое-что, да, может быть, про кукушку рассказывала, но сегодня, что мне нравится, хочу вам сказать, две самые классные вещи в Корее. Здесь есть такие заведения, как купе, где можно будет справить хорошо день рождения. И мы сегодня не исключение. Сегодня день рождения моего папы. Выбрали они вот это заведение, прийти в кукушку, потому что здесь можно взять очень много всего, да, можно и первое, и второе, и рыбу, и мороженое, и пирожное, и фруктики. Ну что, поехали, буду вам показывать, как справляется день рождения в Южной Корее. Да, единственное, конечно, неудобно один вариант, это только то, что ты каждый гость должен ходить, сам себе набирать еду, но зато может выбрать все, что ему нравится, да. Ну и как всегда проведу обзор нашего ку-ку. Это у нас идут сашими. А с этой стороны у нас идут вот такие красивые штучки. Есть супы обычные, есть супы молочные. А есть вот такие жареные штучки. Ку-ку это идет у нас купе с морепродуктами. Так что любители морепродуктов, go сюда, потому что здесь реально очень вкусненько. В особенности хочу показать вам холодильники, любители сырых вещей. Хочу вам показать. Здесь обалденные рамочки. Лосось. Вот такие вот осьминожки. Мои любимые крабики. Конечно же, маринованные креветочки. Ну и море, 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 море огромное. Море огромное количество всяких сушек. Ну и также для детей здесь есть обалденное удовольствие. Здесь есть вот такая вот пицца. Это вот наша Кристинка с Альбиночкой набирают себе, как всегда, фастфуд. Те, кто не любит сашими, могут попробовать фастфуд. Фастфуд здесь у нас идет в огромном количестве. Чикен, рыба, острый чикен. И, конечно же, всеми любимые здесь на халяву, как говорится, креветочки вареные. Ну и на десертик здесь вот так вот, как всегда, можно будет выделить сами мороженое, кофе. Всякие разные напитки, холодные, сладкие, газированные. И это мое любимое, это салатик. Салатик с курицей, салатик с лососем, салатик с уткой, сырое мясо салатик. Есть вот такие тартарчики, есть всякие вот такие закусочки. Такие. И, конечно же, разные заправки к вот этой вот вафельке. Ну и, наконец, естественно, все всегда набирают себе десертики. На десерт здесь идут вот такие классные пирожные. И вот такие классные фрукты. Так что, друзья, всем